Всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать. Сегодня распаковка с Алиэкспресс. Очень много посылок. Будем распаковывать, смотреть. Ссылки все в описании под видео. Заходите, смотрите, что вас заинтересует. А мы приступаем. Итак, первая посылка у меня была вот такая. Девчонки, я не включила камеру и сделала распаковку. Поэтому первые посылки две будут у нас уже открытые. Вот в таком обычном, но достаточно плотном пакете. У меня лежали еще в целлофановых пакетиках, были упакованы вот такие вот цветы. Вот этот вот букетик стоил в районе 30 или 45, что ли, вот так вот рублей. 45, да, по-моему. Но какой-то он совсем прям никакой. Не знаю, если так издалека что-то снимать. Но верхушки вообще отпад. Короче, ерунда. Вот. И второй букет тоже весь мятый, девочки. Это просто ужас. Мне ничего так не везет-то. И тоже вот это все такое некачественное. Я не знаю. Вроде не очень дешево брала. И очень так видно. Вот это вот все искусственное. Не знаю, как вам. Пишите ваше мнение. Смотрятся они на видео, на фото, будут смотреться или нет. Так где-то вдалеке положить, ноготки вот так вот сфоткать. Ну, в общем, придумать можно. Но мне казалось, что они будут поприличнее как-то выглядеть. В общем, вот такое вот, не пойми чего. Так, вторая посылка у меня была с хлопьями. Была и есть. Это хлопья Юки. У меня всегда они должны быть в наличии, потому что я часто с ними замесы делаю. Вот, и они у меня летят просто, летают, можно сказать так. Вот, если у кого есть ссылочки на большой объем таких хлопьев, пришлите, пожалуйста, мне в Инстаграм или в ВКонтакте. Вот. Открывать не буду, просто уже в каждой распаковке они у меня практически. Покажу просто, какие они симпатичные. И вот таких вот двое потемнее. По наполнению я один уже открыла. И вот. Я надеюсь, видно вам цвет. Какая красота просто. И голубой, тут и зеленый, и розовый. В общем, коричневый. Классный. Я бы хотела сказать майский жук, но мне опять напишут, что нет таких майских жуков в природе. Так что оставим без названия. И вот такие тоже симпатичные. Такие, похоже, у меня где-то тоже есть. Вот, в общем, жду ссылки. А, еще здесь были в комплекте каждый вот такие вот спонжи, как всегда. Вот, вот такая посылка. Также у меня еще не записалась распаковка вот этих зажимов. Я работаю, наращиваю ногти с поджатием. Пользуюсь зажимами. Не пинцетом, ничем. Зажимом. Вот. И это для больших пальцев зажимы взяла, потому что они длинненькие, видите, вот тут 3,8 длина. Но он что-то туговатый, я даже боюсь пока им пользоваться. Может быть, я его как-то куда-нибудь прикреплю, чтобы он привык размыкаться. Вот. Для средних пальцев беру, ну, для средних имеется в виду безымянный, указательный, средний, поменьше зажимчики. И для мизинчика еще меньше беру. В общем, вот такие вот. Для меня очень полезная покупка. Следующая посылка. Здесь у меня кисти. Я взяла для геля. Такие кисточки. Мне нравится форма. Сейчас я ее разлеплю от клея. Итак, мне нравится форма, что она зауженная к кончику. Надо ее, конечно, почистить будет. Вот. Ну и мне нравится цена, что она стоила в районе 40 рублей. Дотс есть на конце, тоже удобно. Вот. Потому что кисти у меня улетают просто. Даже храню их сейчас в пенале. Но нет у меня времени после каждого клиента мыть их в, ну, именно в жидкости. И это, конечно, их портит. Вот. 3 штуки взяла на пробу. Попробую поработать ими. Следующие посылки у меня как раз зажимчики для обычных средних ногтей. Вот они уже помягче намного, они уже не так сложно открываются.
и лотом брала то ли 10, то ли 12 штук, ну, неважно. Там можно выбрать. Мне как раз пусть будут, лучше в запасе. Классные зажимчики, рекомендую. Так, следующая посылка. Здесь у меня что? Верхние формы. Так, я все хочу миндали найти. Нормальные, которые налезут на большие пальцы. Так, ну-ка посмотрим. Это у нас двойка. Надо нулевку найти. Вот нулевка. Нулевочка. Я думаю, что мала. Нам... А, у меня ж ноготь-то нарощенный. Ну, короче, будем тестировать, если вы хотите. Если вам интересно, пишите, девчонки. Буду думать, когда и что нам делать. Конечно, в следующем году все будет уже. Итак, нулевка, единичка. Интересно, есть сильно различия? У нулевки как будто апекс побольше. И рядом 11-я. Посмотрите, какая разница. Ну, так как я в перчатках, я не могу вам прям показать. Но свой маникюр, тем более, я вам не могу показать это. Я без маникюра в этом году, короче, на Новый год. Ну, ничего. Зато у меня все клиенты с маникюром. Все собрала. В общем, по стоимости недорого было. Не вспомню сколько, но по сравнению с, как его, с коробочками недорого. И если хотите, если вам интересно, то будем тестировать. И вот такие квадраты я еще взяла. Они что-то совсем там дешево стоили. Я даже думала, их не пришлют. Но их всего 10 штук, оказывается, наверное. Сейчас посчитаю. Двойка. По две штуки каждого размера, короче. И здесь так единица, а нулевки нет. Или вот эта нулевка. Двойка. Короче, начинается с единицы, и они прям точно, наверное, малые будут. Хотя надо смотреть. Какие-то они странноватые. Вот тут вот выпирает очень сильно. Ну, вот этот угол. И такое ощущение, что тут сбоку не будет хватать материала. Не знаю. Короче, тоже надо все смотреть, тестировать. Итак, обзор я провела. Тестирование пока нет времени, если только в январе. И то, если вам будет интересно, пишите, если вам это надо. Потому что форму уже протестировал каждый первый блогер. Все, кроме меня. Следующая посылка. И здесь у меня кисти. Кисти для полигеля. И кажется, они просто идеальны. Упаковка классная. В тубе пришли, как вы видели. И они, конечно, знаете, они прям абсолютно разные попадаются. То есть розовые могут разного размера прийти. Синие тоже. Я, короче говоря, их заказывала уже. Так. Но они были больше намного. А сейчас они какие-то мелкие. Но это неплохо, в принципе. Ну, вот такие классные кисти. Мне очень удобно, что есть шпатель. И красивые. И работать удобно. Они потому что такие плоские, тоненькие. Вот мои любимые. Черные мне нравятся меньше. Вот эти вообще обалденные. Следующая посылка. И здесь, тадам, типсорез. Конечно, розовый, как без этого. И прям люблю его. Ногти снимаю часто типсорезом. В общем, мне очень нужная штука. И на верхних формах удобно с ним будет работать. Чем пилить, отпиливать кусок, раз отрезал. Очень удобно. Вот, рекомендую. Забытая вещь, наверное, многими. Но, тем не менее, очень нужная. Следующая посылка. Вообще прикол. Вот в таком огромном пакете. Мне пришли кисточки. Всего 3 штучки, вот такие тоненькие. Зато они не помялись. Вы посмотрите. Это надо было в такой пакет упаковать. Молодец. Продавец, молодец. Не пожалел за 60 рублей кисти.
упаковать мне в такой дорогой пакет. Так, кисточки тоненькие. Для прорисовки около кутикул, для тонких линий я взяла. Конечно, такие они все не очень-то, как сказать, не очень презентабельно выглядят, но я думаю, что они мне пригодятся, очень удобные. Ну, такой наборчик. И это еще не все кисти, которые сегодня будут в распаковке. И здесь у меня, сейчас посмотрим, что. Уже без шпателя. Сейчас я открою их сразу. Как же стильно выглядят вот прозрачные пикси и черный цвет. Здесь для геля кисть. Тоже классно, мне очень нравится, что она зауженная, будет очень удобно работать. Так. И вторая тоже очень интересная. Вот такая вот. Я думала, что она круглая такая, пучок вот такой круглый со всех сторон, а он, видите, плоский. Она и для амбре, по-моему, подойдет. Ну, в крайнем случае, если не будет работать, можно растяжку делать и блестки наносить. В общем, все что угодно делать ей. В общем, пригодится по-любому. Интересно, конечно, как она работает, но некогда мне тестировать, девчонки, извините. Еще посылка здесь. Вот такие вот нужные штуки. Давно их ждала. Так, чтобы облагородить свои гель-лаки, на которых нет сверху номеров или выкраски. Я вот эти штуки купила, конечно. Буду теперь бы время еще найти, чтобы сесть и все наклеить. Вот, вот такие классные наклеечки. Очень удобно и будет презентабельно выглядеть. Еще посылочка. Здесь у меня опять эти... лента для дизайна. Здесь уже более яркого цвета, чем в прошлой распаковке. И они глянцевые, ну как без этого, без блесток. Набором, по-моему, шли. Ну, такие основные цвета. Белые даже есть. Желтенькие, зеленые. Очень интересные. Буду пользоваться. Еще посылочка. Здесь у нас... для дизайна ногтей опять наборчики слайдеров. Сейчас посмотрим. Итак, первый. О, слова. Очень красиво. Опять все перевернуты вверх ногами. Ну, вот тут вообще что-то интересное. Так. Ух ты. Я вообще половину не помню, конечно, что я заказываю. Вот здоровские надписи, вот такие прямые. С надписями бы побольше делали слайдеров. Ну, что-то похожее у меня есть, прям комплектом я это добрала. Так, второй наборчик. Это называется «Какой нам Новый год? Нам весну подавай». Так. Листики красивые все. Какие красивые вот эти монстеры. Даже летние, наверное, да? Ну, классные. И вот такой вот набор, очень интересный, прям какой-то необычный. Ну, на любителя, единороги, какие-то странные. Ну, такой яркий зато. Ну да, такой интересный. И такие два. И еще посылочка. Здесь у меня стилусы. Я взяла 5 штук одинаковых. Мне понравилось, что он остренький, не очень короткий. Я думаю, что будет удобно с ним работать.
Я без стилуса уже никуда так привыкла. Особенно на маленьком экране очень, ну и на большом тоже. Очень удобно. Классные штучки. Всем рекомендую. И еще посылка. Здесь снова кисти. Те, которые... Они у меня тоже постоянно. И они тоже универсальные. Вот так вот расправляем. Конечно, сейчас она еще в клею немножко. Не боимся. Прям вот мы ее сплющили. И все. И также мы растяжки делаем. Немножко ее в топе помыть или в базе. И это универсальная кисть абсолютно. В клею она еще, видите? Из нее все, что хотите, можно сделать. Можно выстричь, можно кисть для растяжек сделать. В общем, классно. Я даже наращивала ногти ей. Вот. Но они единственное, что облезают, если обезжиривателем их чистить. Или там тем более средством для кистей. Ну, если, конечно, вот тут вот испачкаете, то вместе с краской сотрется все. Вот. Ну, а так, дешевые, классные кисточки на расходник. И еще посылка. Посмотрим фольгу. Девчонки, тестировать не буду. Извините, вообще нет времени. Еще видео монтировать надо. Так что не получится у нас протестировать. Просто покажу, какая красота. Если очень нужно, протестирую в следующем видео. Пишите. Вот такая бледноватая какая-то, да? Но мне не все, конечно, нравится. Так, это... Не слиплись они, я смотрю. Ну, вот это вот прям очень мелко все тут. Даже не видно. Здесь вот принт мне не нравится. Какой-то расплывчатый. Но вот это вот шикарное. Белое. Супер. И еще наборчик. Здесь уже поинтереснее. Как-то видно лучше, да? Снежинки тут. Вот такие вот тоже цветы интересные. Ну, вот это точно будет работать, фольга. Ну, интересно, смотрите, какая. Такую я не видела еще, чтобы делали на весь ноготь прям. Так, такие вот розы пилоны. Здесь тоже цветы интересные. И вот такую вот. И еще посылочка. Здесь у меня... Ой, набор пушеров. Упаковка мне очень нравится. Конечно, я ее... Не буду ей пользоваться, но... Красиво. Упаковано хорошо. Доезжают они всегда в хорошем состоянии. По-моему, я уже третий раз их заказываю. Вот, смотрим, заточка какая. Вот этот кривоватый один. Ну, конечно, колхоз. Так, и вот. С другого конца посмотрим. Когда заказывала, мне казалось, что они, знаете, как болванки заготовки. Вот. Ну, я имею в виду, что если я решу с ими работать, то я их на заточку отдам. Либо буду использовать, ну, не по прямому их назначению, потому что как-то есть у них дефекты немножко, но за такую цену чего еще хотеть. Еще посылочка, здесь у меня серьги. Ага. Так, и они такие классные, невесомые прямо. Металлические. Единственное, мне бы хотелось заглушку получше. Я забыла, как они называются там. Вот,
Такие прикольные, кстати. Как ажурное кружево. В принципе, без дефектов даже. Удивительно за их цену. С другого конца посмотрим. Ну, конечно, понимаете, да? Они стоили до 100 рублей. Так что я, в принципе, довольна их качеством. И здесь в комплекте 4 этих гвоздика заглушки. Еще посылка, девчонки. Я тут, как всегда, лоханулась. Вот. Здесь, я думала, будет набор по 10 штук. 10 таких, 10 таких. Оказалось, по одной. Ну, теперь ничего не поделаешь. Золото и серебро у меня есть. Но в одном экземпляре. И еще посылка. Здесь мои любимые фрезы. Заказывала я много штук, опять же. Показываю вам две. Вот. Для тех, кто еще не видел мои прошлые распаковки. Вот это лучшая фреза для снятия, которую я рекомендую. Зеленая с синим. Вот. И вот это красненькая кукурузка. Или как ее назвать? Красненькая вот эта фреза маленькая. Ей очень удобно или из-под ногтя выпиливать, или около кутикулы. В общем, вот такие фрезы. Я очень довольна насечкой и пользуюсь с удовольствием. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.